Делать торты произведением искусства – ее работа уже почти 20 лет. Кондитер Надежда Сидорова готовит лакомства, любит с детства. Производственный цех для нее – творческая мастерская. Кондитер – это как художник. Он должен делать, проявить всю фантазию в оформлении торта. Каждый торт надо делать с душой, с любовью. Мы вкладываем сюда всю свою душу, всю свою любовь. Приготовить основу и кремы, украсить и сладкий шедевр готов к употреблению. Около 3 тонн торта в сутки выпускают работники предприятия каждый день. На прилавки города поступают более 100 разновидностей этой продукции. Чтобы радовать жителей только свежим лакомством, здесь трудятся по 12 часов в день. Предприятие как живой организм, работают даже ночью. В это время здесь выпускают большую часть продукции. В сутки производят до 35 тонн хлеба и слоеных изделий. У нас самый труд – это ночью. И с 2 часов ночи уже машины наши выходят с комбината с готовой продукцией. Поэтому 70-80% продукции выпускается ночью. Это производство хлебобулочное и производство слоеных изделий. Посмотреть, в каких условиях работают сотрудники комбината, приехал герой России Игорь Станкевич. Он пообщался с коллективом предприятия и отметил, что залог успеха комбината в его сотрудниках. А среди них есть и те, которые работают здесь практически с момента основания. Эти люди изначально, здесь хорошее выражение, заточены под свое предприятие. Они пришли молодыми людьми, здесь развивались, здесь взрослели, семьи создавали. Они живут этим предприятием. Именно этим комбинатом в данном случае. Эти люди, они являются основой коллектива, потому что они стабильность придают коллективу. Сегодня на предприятии трудятся свыше 800 человек. Среди них и те, кто в профессии 20 и более лет. Им вручили награды, памятные знаки, Куйбышев, запасная столица. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, события.